Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами Галина. Сегодня я приготовлю салатик оливье копченый. Их разновидностей много салатов. Ну, я вот такой приготовлю салатик. Здесь у меня кукуруза консервированная из баночки, я высыпала. Здесь у меня копченый окорочок. Можно грудку, но окорочок я взяла копченый. Дальше идут у нас отварные яйца. Отварная картошка в мундире, солененькие огурчики, майонез и соль. Все. Значит, я кукурузу высыпала уже в мисочку. Вставляем в сторонку. Для начала мы будем крошить сначала яйца куриные. Накрошим яйца. Будем крошить. Покрошила я яйца. Сюда же выкладываем миску. Следующее. Картошку мы покрошим с вами. Крошим. Картошечку. Нашу разлюбезную. Произвольные формы крошите, как хотите. Покрошила я нашу картошечку. Дальше высыпаем мисочку. Высыпали. Берем наши огурчики. Вот огурчики у нас. Ну, я взяла свои домашние огурчики. Ну, как говорят, консервированные или маринованные. Все равно мы, когда солите, консервируете огурцы, хоть что, все равно добавляете уксус. Так что они будут, если сильно уж уксуса много, значит маринованные. Здесь консервированные просто вот у меня. Можно просто соленое, может кто-то солит просто без уксуса, без лимонной кислоты, как хотите. Нарезала я огурцы и сюда же их в миску отправляем. Здесь у нас осталось мяско. Будем резать наше мяско. Куриное, а не наше. Да. Тоже. Можно было грудочку, но я решила окорочок. Копченники. Не все грудки брать. Дорезала я мяско. Выкладываем сюда нашу мисочку. Вот полная мисочка почти получилась. Вставляем в стороночку это все дело. Ручки вытираем. Берем соль. Маленько присолим. Хотя это все и соленое. Но маленько присолим. Все равно надо маленько присаливать. Картошка-то не соленая. Берем майонез. Тоже отправляем майонез. Выдавили его в нашу ложечку и перемешиваем наш салатик. Можно сюда добавить лук репчатый, красный лучок, зеленый лучок. Ну, я решила без лука делать. А вы, пожалуйста, можете добавлять. Конечно, зеленым лучком было бы как-то вкуснее и аппетитнее бы выглядело. Я решила без лука сделать. Так, перемешиваем хорошо. Наши подружились. Все овощи наши. Перемешали. Следует хорошо все это. Берем наше блюдо. Ну и выкладываем на блюдо наш салатик. Так, берем мисочку нашу и начинаем выкладывать. Аккуратненько. Так, повыше. Так, распределяем. Целая гора опять будет.
корище. Тихонечко. О, сколько много получилось. Либо того, того немного. А в итоге получается целая гора. Вот. Так вот. Вот. Распределяем аккуратненько. Вот так вот мы горищу нашу. Вот сколько много получилось салатика. Целая гора. Все, отправляем в сторонку. Ну все, наш салат оливье копченый готов. Всем приятного аппетита. Пока-пока.